Приветствую вас, друзья, на канале Сибирская рыбалка. Собрались на рыбалочку. Зашел утром к деду. Он стоит голый. Со станком в руках. Сейчас, говорит, побрось. Я говорю, брось. И смотрите на него. Я говорю, ты что, со станком ходил по дому и забыл побриться, блин? Что-то кого-то брился? Кого брился, непонятно. Но приехали на берег, еще и ключи от лодки дома оставил. Редиска. Поедем, прокатимся. Не знаю. Я, наверное, все-таки буду на донку рыбачить. Дед хочет по траве прогуляться. У меня что-то надежды нет уже. Ни на траву, ни на щуку, вообще ни на что. Да, дед? Да. Что-то сколько катаемся уже. И нифига нету, вообще ничего. Ладно, в общем, друзья. Погнали мы на рыбалочку. Подключимся уже на месте. Да? Когда поймаем рыбку. Наверное. Но это не точно. Тайменя выцепит он. А что не нельму? Или семгу? Понятно. Два крючочка. Так, палочка у меня CF Versus 2.44 рост, 10.40 грамм тест, экстра фаст, 802 HT. Это, конечно, не доночное удилище, спиннинговое, но... А кто мне запретит использовать этот спиннинг в качестве донки? Да, друзья? Ой. Так. Вот она. Сейчас червячков насадим. Есть. Хорошо сопротивляется-то как. Окунь. О, ребятушки, наконец-то. А ты попробуй вертушечку, дед, маленькую покидать. Вот здесь. В прибрежной зоне. Да. Так, сейчас приеду. Давай. Директор у нас приехал. Ой. Ну, с пожарки. Ну, поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. О, еще с камерой. Конечно. Здорово. Здорово. Как дела? Нормально. Нормально? Куда собрался-то? Куда? А, папку ждешь? Все, дед, можем ехать. Че? А меня вызвали, грамоту вручили и все. Благодарственное письмо. Дед! А? Давай. Спасибо. Уронил. Спасибо. От главы Октябрьского района. Благодарственное письмо за долголетний добросовестный труд. Водитель 5-го разряда пожарной команды. Поздравляем тебя. Спасибо. Так, ты положи весло.
Это не поздравление называется. Ау. Это чья водка? А я не знаю, чья это. А? Залезьте-то. Так залазь, никто не будет ругаться. Он хочет эту лодку. Ничего ты не понимаешь, Сань? Ну все, погнали дальше ловить. Давай. Ну не говори. А тебе надо потрындеть, когда есть люди, да? Чтобы послушали. Ой. Только и всего. В смысле только и всего? Нифига себе, целое благодарственное письмо за долголетний труд. Ты что, дед? Какой долголетний труд? Ну, уже 10 лет работаем. Да, ну. Да. Нынче в июне, в июле, это, второго было, это 10 лет. Всем дали? Нет, только мне. Ну, видишь, меня только вызвали. А постепенно, постепенно это. Одному, двум потихоньку дают каждый год. Вот мне первый раз за 10 лет дали. Ну, ну ладно, погнали на рыбалку. В общем, друзья, этот же день, с утра мы с дедом съездили, порыбачили, окунька одного поймал, потом вызвали на работу, съездил, вручали благодарственное письмо. Директор приезжал с Центроспаса. В общем, поехали, еще покатались часа два, вообще не клевало. Где ездили, потом вернулись на то же место, где поймал окунька утром. Было пару поклевок у меня, но я прозевал, и одна у деда поклевка была, он тоже прозевал. А потом солнышко начало припекать, стало сильно жарко. Сейчас-то 30 вечер, и на улице 30 градусник показывает. Эта тучка ходила, гремела, гремела, а толку нету. Решил съездить на вечерку попробовать. Может, вечером что получше будет клевать. Не знаю. Деду даже звонить не стал. Он утром-то весь изнервничался, испсиховался. Жарко, все равно тяжело ему. Да и не клюет, он говорит, уже надо ехать, когда точно начнет рыба ловиться. Тогда и ехать. А так, говорит, что кататься? Ездим, ездим, все впустую. Я говорю, ладно, сиди дома. В общем, поеду сейчас туда же, где утром окуня поймал. И попробую. Какая-то мелочевка, видать, одолевает там. Дырк, дырк, дырк. Червя съедает, а попадаться не хочет. Стаскивает, стаскивает потихоньку червячка. Угу. Вот что это клевало. Ёршик. Блин, крючок-то больше ерша. О, нет, это что-то посерьезнее. Это не ёршик. Нифига себе! Вот это пискарь, друзья! Вы посмотрите, какой пискарина. Я еще думаю, что это такое. Тише, тише, тише.
Вот это пискарище. Вот с 2011 года здесь живу. Это мой третий пискарик здесь. Причем на этом месте второй. Одного ловил на оби. Вот это пискарь. Здоровущий. Вы посмотрите, какой красавчик. Ну, их бы штук 15 хотя бы таких вот на жареху-то. Как семечки, вообще в огонь. А так, что, пускай бежит. Пускай бежит. Я говорю, меня тут ерши одолеют. Ну вот как вот такой ерш может клевать? Понятное дело. Да тише ты. Где вот зимние ерши, а? Вот эти атомные, здоровые. А нету их летом. Блин, жаль. А, так он сидит тут, тюх-тюх-тюх-тюх. То поклюет, то не поклюет. Ну что это, больше крючка, меньше крючка, ё-моё. Редиска. Так, ну-ка дай-ка. Попробую подальше швырнуть. Надо груз побольше. Так. Семьдесят грамм. Груз. Палочка до 40 рассчитана. Ой! О! Семьдесят грамм улетели в никуда. Улетели в никуда. По узлу лопнула леска. Ладно. Раз, два, три, четыре. Пять крючков. Так, ладно. Что поделать? Прицепим его. Ну вот, ёршик попался. Ой, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Но это уже чуть-чуть покрупнее. Бочина вон коцнутая. И эта сторона вон тоже коцнутая. И это... У щуки из пасти вырвался. Ладно, отпущу, беги. Ладно, друзья. Время уже 8 часов. Клевать не хочет совсем уже. Последние минут 20, наверное. Вообще без поклевки. Да ё-моё. Вот доливают, а. Еще эти вертолеты летают. Ладно, поеду домой. Пока что у нас... Вот такая вот рыбалка. Ой. Не хочет ничего ловиться. Воды еще много. Ну, сами видите. Кого вон все затоплено. Тут все тоже под берег. Тут под берег. Там под берег. Воды море.
И рыбка еще не хочет клевать. Сейчас колыхнется. Только на убыль пойдет вода. Должна рыбка выходить из соров и начать ловиться. Клевать. Вот тогда мы оторвемся. Ну ладно, друзья, на этом все. До скорых встреч. Увидимся в новых видео. Всем пока-пока.